Поселок Глебовский Букаревского сельского поселения. Здесь проживает более 9 тысяч человек. Конечно, в таком большом поселке, который скорее похож на город, немало многоквартирных домов. Сейчас их 42. И качество лифтов для жителей – вопрос весьма актуальный. Светло, зеркало есть. Удобно. Конечно, немножко узковато вот наших лифтовых шахтах, пошире не поставишь. Это 38-й дом. Работы по замене двух лифтов завершились в начале этого года. Предшественники соединяли этажи целых 28 лет. Надо сказать, что это еще и не рекордсмены долгожителя. Например, в домах 21, 40, 101 и 102 лифты прослужили жителям 30 лет. Их постепенно заменяют на новые. В 2015 году 9 лифтов, в 2016 году тоже 9 лифтов. На 2015 году у нас запланирована замена была 21-й дом, 38-й, 40-й, 101-й, 102-й дом. На 16-й год у нас запланировано 9 лифтов в трех домах. 38-й, 39-й и 43-й дом. Все эти годы лифты обслуживал лифт-сервис. Они и вели учет срока их службы. На основании этих данных составлялся план замены. Кстати сказать, в 2016 году обновят не только легкоподъемные, но и грузовые лифты. А в домах, где их нет, но есть под них шахты, включат в план установки. На данный момент мы меняем 9 лифтов в регистре. Монтажная работа подходит к концу. В ближайшие дни лифты запустят в эксплуатацию. Надеемся, замещения граждан не будет. Установка лифта в подъезде занимает около 2 месяцев. Для жителей многоквартирных домов эти работы доставляют неудобства. Но они временны. И, как отметили в администрации поселения, в приемке лифта может поучаствовать каждый желающий. И жителей дома, разумеется. Замечания будут услышаны и учтены сразу всеми организациями, отвечающими за качество работы лифтов. Полина Громова, Михаил Моралов, Истранет ТВ.